Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про припинення дії угоди з Білоруссю про взаємний захист держсекретів. Як ви вважаєте, як надалі будуть розвиватися події і як це може повпливати на російсько-український конфлікт? Ну, конечно, очень важно сейчас проанализировать всю договорно-правовую базу, которая существует между Украиной и Белоруссией, понимая, что в Беларуси нелегитимная власть, функционально управляющая страной и проводящая агрессию, осуществляющая агрессию в отношении Украины. Исходя из этого, я убежден, что все действия украинского руководства, президента Украины, правительства Украины, Министерства иностранных дел направлены на то, чтобы усилить свою безопасность, являются логичными, обоснованными и необходимыми. Какие можно сохранять государственные секреты с режимом, который узурпировал власть и который осуществляет антиукраинскую политику в действии, помогает агрессии Российской Федерации, совершает международные преступления, помогает вывозу, депортации украинских детей на территорию Беларуси. И этот перечень мы можем продолжать, к сожалению, и продолжать. Конечно, очень важно тоже давать и сигналы белорусам. И белорусы услышали выступление президента Украины в Варшаве поддержки для будущей демократической Беларуси. Я хочу сказать, как политик, как тот, кто следит за средствами массовой информации, белорусскими оппозиционными, которые, к сожалению, могут только работать за границей, но вещают на Беларусь, что это было воспринято очень позитивно слова президента Украины в поддержку Беларуси и белорусов. Так что мы поддерживаем, безусловно, такие действия. Пане Павле, але як це може все ж таки у висновку вплинути на російсько-українську війну? Я маю на увазі, от вже рік війни, більше року пройшло, і ми зрозуміли, що віри для Олександра Григоровича зняти немає сенсу. І те, що він говорив, що він ніяк не буде сприяти вступу, взагалі, переходу російського війська через його територію на територію України. Це брехня абсолютна. Чи це не спровокує Лукашенка на якісь дії зі свого боку? Можливо, от ми знаємо, далі будемо з вами говорити про мобілізацію Білорусі. Ну, давайте так, оценим все-таки сегодня ситуацию, которая происходит в Беларуси, роль Лукашенко в этой войне. Лукашенко фактически, юридически является агрессором против Украины в соответствии с международным правом. Это единственный союзник, режим Лукашенко, который поддержал агрессию Российской Федерации. Ни Иран, ни Северная Корея, все это на третьем, на четвертом, на десятом плане. Реальные действия, подготовку, открытие, во-первых, границ, предоставление всей инфраструктуры, подготовка военных, которые сейчас мы наблюдаем, российских военных на территории Беларуси. Лукашенко сам признается, что он направил для осуществления подготовки 500 белорусских офицеров, что он финансирует эту деятельность в интересах Российской Федерации. Лукашенко производит оружие, дальше милитаризирует экономику. Лукашенко хочет иметь тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, чтобы угрожать Украине. То есть мы видим абсолютно огромный перечень действий, союзнических в понимании, конечно, в смысле Лукашенко, которые он осуществляет в интересах Российской Федерации. Можно ли его спровоцировать какими-либо санкционными действиями, угрозой выдачи ордера на арест? Абсолютно убежден, нет. Потому что этот человек по своей ментальности, человек панславистский, русско-имперский, и его мечтания, скорее всего, всегда были направлены в Москву. Он всегда мечтал восседать в Кремле. И как бы сейчас кому-то казалось это смешным и нереалистичным, но он до сих пор сохраняет в своей голове эту идею когда-либо оказаться в Кремле. Поэтому он все будет делать, то, что соответствует интересам Кремля. И никакие санкционные действия, никакое давление на Лукашенко не является мотивирующим для него фактором. Если мы говорим про вхождение вооруженных сил Беларуси, то также это решение он не принимает, исходя из главного
Навального, что для него самое важное, это его власть. Его власть — это жизнь. Направление белорусских солдат в Украину может спровоцировать, что часть солдат отказывается выполнять приказ, что в обществе будет к этому негативное отношение. А смерти белорусских солдат приведут к триггеру внутри Беларуси. Поэтому он не делает это, исходя из своих собственных интересов. Но тогда, когда надо будет это Путину, когда Путин сформирует, если это будет сформировано, ударная группировка с севера, вот тогда Лукашенко будет полностью выполнять волю Кремля. Поэтому еще раз скажу, что здесь не надо думать, что мы какими-то либо действиями давления на Лукашенко можем его спровоцировать к более жесткой позиции. Он будет делать все, что отвечает его интересам и интересам Кремля. Пане Павле, ну зрозуміло, що Україна готується, і вона готується від першого дня повномасштабного вторгнення, вже навчені своїм гірким досвідом, що потрібно готуватися на кордоні з Білорусією, наші хлопці і дівчата стоять. Але ви як дипломат, прокоментуйте, будь ласка, ось це от рішення пана Зеленського, президента України, те, що ми тепер не є носіями якихось секретів в Республіці Білорусь. Воно може якось притримати Лукашенка і якось його злякати, налякати те, що можливо, якісь там секрети дійсно є в Україні, і дійсно він боїться їх побачити на загал. Ну, во-первых, нужно было посмотреть, какой предмет этого соглашения. Я не готов так оценивать, какие из государственных секретов взаимные обязательства принимались с точки зрения сохранения их как на территории Украины, так и на территории Беларуси. Потому что одни документы могут носить секретный характер с точки зрения национальной безопасности или интересов, говорим здесь в этом контексте Лукашенко, а другие документы, материалы могут являться вопросами национальной безопасности и государственными секретами на территории Украины. Какие же из взаимных документов, какие из взаимных переговоров, договоренностей являются предметами этого соглашения, мне тяжело говорить. Но вместе с тем это достаточно открытая и четкая позиция, я думаю, политическая позиция Украины, что никаких кулуарных договоренностях в принципе речь вестись не может. Что Украина очень четко понимает, что Лукашенко проводит вражескую политику в отношении Украины, что его режим осуществляет агрессию и поддерживает агрессию Российской Федерации, и о каких секретных договоренностях может и в этой ситуации идти речь. Здесь очень четкое, понятное разделение на белое и черное. Есть борьба за правду и за свободу, за свою территориальную целостность, за свою независимость, и есть черное, которое совершает многочисленные преступления, ведет антиукраинскую политику. Я думаю, что надо, прежде всего, исходить из этого. Что касательно, конечно, обязательств международных с точки зрения Лукашенко, ну каких международных обязательствах можно говорить, когда он нарушил договор о дружбе и добрососедстве с Украиной? И вообще, существует ли этот договор на сегодняшний день? Ведь там основная статья была как раз о ненападении, а фактически Лукашенко нарушил этот договор. Можем ли мы говорить о том, что функционирует договор о государственной границе между Беларусью и Украиной, когда он открыл государственную границу? То есть сегодня вся правовая база между двумя государствами, она фактически находится, ну, в состоянии мертвом или летаргического сна, или недействующим. Практически все документы в одностороннем порядке нарушены режимом Лукашенко. Пане Павле, хочу також з вами і обговорити наступну тему. В одному із своїх інтерв'ю, коли готуючись до нашого ефіру, переглядала, ви повідомили про те, що зафіксували вивезення дітей із тимчасово окупованих територій з України до Білорусі, начебто на оздоровлення. І кількість таких діток сягає уже 1050 осіб. Розкажіть, будь ласка, деталі. Теми документами, которые мы располагаем, они появляться начали еще в прошлом году, и они зафиксированы документально. Они говорят о том, что по поручению Путина и Лукашенко, так называемым союзным правительством, союзного государства Беларуси и России, так называемого, было принято специальное решение о вывозе по меньшей мере 1050 украинских детей на территорию Минской области Республики Беларусь.
размещались эти дети и продолжают размещаться. Это уже дополнительная информация, которая поступает к нам в эти дни. И планируется прибытие еще дополнительных детей украинских на территории Беларуси. Размещаются они в лагере отдыха Дубрава Солигорского района. Это все финансирует компания «Беларусь Калий» Иван Головатый, который является генеральным директором этой компании. Для организации вывоза украинских детей на территорию, оккупированную Российской Федерацией, выезжал руководитель фонда благотворительного паралимпиец Алексей Талай. Это одно из приближенных лиц для Лукашенко. И он также в публичной риторике употреблял слова, что он это делает по поручению Лукашенко при поддержке белорусского государства. И это фактически подтверждается в том числе видеоматериалами, публикациями о прибытии украинских детей на территорию Минской области. Но не только. Нам поступает информация о том, что есть свидетельства о вывозе украинских детей из Житомирской области, с города Мариуполя. То есть таких фактов достаточно много, и они многочисленны. Мы также видели о том, что и генеральный прокурор Украины 28 февраля, встречаясь с представителем по правам человека Совета Европы, по итогам этой встречи сделал заявление, что Генеральная прокуратура Украины располагает сведениями о вывозе украинских детей как на территории России, так и на территории Беларуси. Омбудсмен по правам человека Украины также упоминала, что из огромного числа украинских детей, вывезенных на территорию России, более 16 тысяч, есть свидетельства о том, что они вывозились на территорию Беларуси. Так что есть соответствующие документы официального характера, есть зафиксированные видеоматериалы, есть публикации и другие источники информации, которые подтверждают системную работу нелегитимных властей Беларуси по вывозу украинских детей на территорию Беларуси. При этом отмечается в этих документах, что это дети от 6 до 15 лет, что среди них есть сироты, а также дети, потерявшие кормильца. С точки зрения международного права, мы понимаем, что это является, по меньшей мере, та информация, которую мы располагаем, является нарушением 4-й Женевской конвенции в отношении категории особо защищенных детей во время военного конфликта. Это дети. Защищенной категории людей – это именно дети. С точки зрения Римского статута Международного уголовного суда, конечно, правовую оценку имеет право давать только прокурор Международного уголовного суда, основываясь на той информации, которую он располагает, которую мы передаем, а также которую, возможно, передают и власти Украины. Мы не располагаем такой информацией. И он может дать правовую квалификацию, есть ли основания для выдачи ордера на арест Лукашенко, а также тех лиц, которые задействованы в вывозе украинских детей. Я упоминал эти фамилии. Это прежде всего премьер-министр Лукашенко Головченко, который подписал это постановление союзного государства вместе с Мишустиным. Это Алексей Талай, руководитель этого благотворительного фонда. Это также генеральный директор «Беларусь Калий». Еще есть свидетельские показания о том, что руководитель профсоюзов химической и горнодобывающей промышленности Беларуси прямо говорит, что мы организуем для украинских детей обучение в Беларуси. Это тоже вопрос. Это работа над их сознанием. Это значит, они их будут учить чему? Русскому языку. Будут учить русской культуре. Они будут их... Не будут же они их учить, что надо любить Украину, что нужно изучать украинский язык. И также он заявляет, что мы готовы предоставить им место работы в последующем Беларуси. То есть все это мы понимаем как принудительные действия, депортацию детей. Если мы говорим о том, что официальный Минск пытался в прошлом году на базе ООН заявлять, что это добровольный выезд украинских беженцев с территории Беларуси, о каком добровольном выезде мы можем говорить, когда ребенку 6, 7, 8 лет и он сирота? Он что, самостоятельно может купить билет на поезд или сесть в автобус и поехать в Беларусь? Это невозможно. Mm-hmm. То есть это понятно, что это спланированная властями, нелегитимными Беларуси операция, финансируемая по поручению Лукашенко компании «Беларусь Калий», финансируемая по поручению Лукашенко местными органами власти Беларуси. И это все, на наш взгляд, с точки зрения общего анализа, имеет признаки совершенного преступления. Правовую оценку дает прокурор.
І ми дуже раді, що є такі люди, які цим займаються, і зрозуміло, що оці слова, ці імена цих людей, нелюдів, які працюють над тим, аби вивозити українських діток, як ви сказали, там формулюється в документах, що це начебто добровільно, це обов'язково все буде підшито, я впевнений, до справи пана Лукашенка та його посібників. І я дякую за те, що ви працюєте над цим, пане Павле. У нас обмежений час етеру, на жаль, але ми обов'язково з вами ще будемо спілкуватися на ці та інші теми і надалі. Дякую, що були з нами. З нами був Павло Латушко, заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, білоруський дипломат.